Идущий на профит, приветствую тебя. Привет, друзья, там, господа, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем. 23 ноября сегодня, давайте смотреть, что у нас по битку. Что готовит нам день грядущий? Во-первых, с новостей. В телеграм-канале дополнил фрактал по биткоину. В общем, суть этого фрактала сейчас объясню. В том, что... идентично ходим с ковида-дампа, примерно плюс-минус идентично. Там тоже был такой, ну, треугольник, если хотите. Треугольник сначала дал выход вниз, вернулся в свой треугольник и потом полились. Тут, короче, тоже идентично. Также внутри блока провокация сверху, провокация снизу. И уже от середины отлетели. Тут тоже провокация сверху, провокация снизу. Ну, чуть выше середины отлетели. Разве что ликвидность, конечно, разная, потому что здесь вот мы ликвиднули 25-ки, здесь вот мы можем да и вплоть до десяток дойти, да, потому что тут, ну, соответственно, флэт другой кардинально. Плюс ликвиды сегодня приходили, по-моему, 40 миллионов на Binance сегодня ликвиднуло, точнее вчера, вот на этом движении, до 16200. А вот следующее движение, которое у нас сейчас пошло, там вообще какие-то копейки. Там 1 миллион на битме. Ну, кстати, для битме это тоже много на деривативах. Но если там считать по Binance, это уже какие-то копейки пошли. И смысл идти выше есть только за десятками. Но за десятками идти, это еще там 4% хода цены. Поэтому придется постараться тем, кто планирует туда. Тут также лимитки на 17300 как раз таки вот на этих десятках стоят. Поэтому шанс туда дойти действительно есть. То есть вот тут вот 1770, где там еще поинтереснее. Bitfin тоже тут 17100, 17300. Ну, в общем, ситуация повторяется, как вот здесь вот тоже лимиток наставляли на всяких бирж. Да, и мы чуть-чуть не дошли до них. В общем, мой план такой. Во-первых, если дадут чуть выше, брать шорт. Маленький шорт ко всем моим, в коллекцию, ко всем моим и так уже существующим шортам со стопом за 16800. Если его выносят, то перегруппировываться и уже где-то вот здесь вот у 17100, где-то смотреть у лимитных плотностей, может там по крупным ликвидам зайти и так далее, там много почему можно. И уже ждать десятки, да, то есть есть-то, конечно, вероятность то, что и здесь стопят, и здесь не дадут. Такая тоже вероятность есть, но план такой, как бы вот черный вариант, это который я больше возлагаю надежд, то есть то, что сейчас здесь проколбасимся и отольемся, и то, что еще пойдем рисовать выше, и только потом оверсайз. Вот. Почему, кстати, здесь еще интересно смотреть, тут зажимуха у нас была, да, кто помнит, рисовал раз зажимуха, два зажимуха, поджимали цену, и очень часто бывает такое, что приходим вот к этим отметкам, тестируем и опять отливаемся. Отбиваемся от этого сопротивления. Если же мы входим внутрь зажима, то есть тут уже ждать не надо ничего. Тут, скорее всего, будет еще одна полка для зажима выше. То есть еще вот тут вот может образоваться какой-то зажим. Поэтому, если пройдет куда-то выше, ну, если отстопит, нету особого смысла что-то ожидать, пересиживать шорт. Поэтому план такой. Не зря, конечно, говорил о том, что надо еще бы подснять, пока мы на лоях, шорты, еще частички снимал, доводил там с пятого плеча до четвертых на биржах, убирал лишние шорты. Ну вот видите, сейчас появился немножко объем, который можно здесь где-то долить. Вот, поэтому план вот такой вот, по лимиткам сказал, ставки, это биткоин-ратио пока еще нормальный. Пока еще нормальный. Конечно, в последнее время отбиваемся от 75, а вверху отбиваемся от 45-50. Поэтому здесь есть еще куда расти. Так, ну в общем и в целом, скорее всего, уже все сказал. Дикс, давай расти, падла. Куда пошел?
Сипиха. Ну, короче, тут вообще, по-моему, ничего интересного. А, вот что интересно, у нас внутри дня на СМЕ образовался очень сильный гэп. Внутри дня такого я что-то давно не помню. То есть одно дело там после выходных, а другое дело внутри дня. Гэп сверху — это вообще свидетельство, ну, так скажем, подтверждение обычно медвежьего рынка. А я тут еще и внутри дня. То есть вообще приколы на СМЕ там какие-то свои. Ладно, быстренько пройдемся по комментариям. Так, пожалуйста, пожалуйста, спасибо. Ждать до падения 17400. Чего? Непонятно. Привет, спасибо, лайк. Как поступить, покупая спот на 3-4 года? Как бы ты сделал? Купить биток эфир на хаях? А как ты определишь, купить биток или где хай, где лой? Если ты не поймал хай в 69 тысяч битка, почему ты думаешь, что ты поймал лой? Вот я не поймал хай битка, поэтому я не тешу себя иллюзиями, что я поймаю лой битка. Альты будут мертвы. Ну, есть такая особенность у битка, он когда идет вверх, он выкачивает ликвидность вообще со всего, что можно, в том числе и с альтов. Ну, слушай, вопрос, конечно, на миллион долларов. Купить альты и сидеть не за все время. Если бы я знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Тем такие вопросы никто не ответит. Единственное, что могу сказать, это биток любит выкачивать с альтов ликвидность на росте. Так, ждем гайд какой-то. Есть аргумент пользу отскока, лоян торговки, демарк полки, имбаланс имбы и дров туды, охапку альтов и плов готов. Ребят, не знаю, там какие-то сложные вы пишете, там фибы, фобы, демарки, все это в одном, какие-то полки. Спасибо за обзор, ждем генезис в черную пятницу. Посмотри фрактал 18, ты его показывал недавно, и по нему идем до V-образного падения. Ребят, реально, у меня нет времени искать там какие-то фракталы, я даю свое мнение. Мне просто пишут в личку, опять же, какую-то там сотни своих идей. Вот тут фиба, фоба, вот тут вот тут заворачивают, вот тут вот. Такое ощущение, как будто я там поддержка, служба поддержки зажимного скама, мне скидут это зажим, а это ли не зажим, а вот это не зажим ли. Я все, что мог, я видео записал, как я там делаю, как торгую. Вы хотите, как бы ищите зажимы. Я говорю, как я торгую. И мне нет интереса, если честно, чужие идеи разбирать, правильные ли они, неправильные. Я, конечно, благодарю многих, кто там скидывает какие-то интересные формации, которые в логику моих трейдов вписываются. Но не всегда там идеи, которые вы мне скидываете, мне интересны. Какие-то гана мне скидывают. Я вообще по гану не торгую, никогда не торговал. Имбалансы, ликвидные, пишут... А заберут ли сверху ликвидность, блядь? Откуда я знаю? Так. Как там фрактальчик? Все-таки закол ожидается. Я жду. Проснулся, уже думаю, что 11.27 пройдут офигенно. Байбит шалит, цена ликвиднула кого-то. Говорят, деньги не возвращают. Ну, это надо с байбитчиками. У меня на байбите есть. Но у меня ничего, проблем никаких не было. Тем более, если взлетела на 600 долларов цена и кого-то ликвиднуло, можно, конечно, судить о состоянии этих чуваков, чем они думают и как они торгуют. Так, биткоин up, down, я уже 100 раз говорил, не торгую, там непонятные плечи вшиты. У вас лучше на фьюче взять 3 плеча, чем трехплечные эти брать, господи, как их называют, активы. Сам говорил, что нужна диверсификация. Ты, получается, будешь на весь портфель закупаться. Нелогично как-то. Я не знаю, о какой диверсификации я говорил. Я последние полгода, начиная там с 40 тысяч плюс, я не помню, на скольки там я уже весь откэшил, 45 или 47 или 43, я уже не помню. И с тех пор только шортил. Я говорю то, что диверсифицировать надо активы, да, то есть, например, у меня на биржах, во-первых, биржи диверсифицированы. У меня там часть на Bitmail лежит, часть на Binance, часть на других ссылочки, которые в описании, например, Femix, там, Bybit и так далее. Часть у меня на Bitcoin Trust Wallet, ой, что говорю, на Trust Wallet, часть у меня на бумажном вообще кошельке, на Bitcoin Core. Ну, короче, диверсифицировать в том плане, что вот у меня часть была и на FTX, все, амба.
Но там, слава богу, как бы нас русских напугали очень сильно с FTX, мы говорили, вообще там нельзя будет торговать, поэтому я большую часть вывел, я там оставил только несколько альтов, Хуби Токен, помню, Хуби Токен, BNB, еще какую-то швали. Поэтому, если цитируете меня там насчет диверсификации и так далее, то цитируйте полностью и в контексте, потому что так можно сказать что угодно, что я говорил. Глянь на недельку DXY, зажимуха. А ничего, что под тем выпуском, который ты прокомментировал, я об этом и сказал. И вот DXY, зажимуха. Раз, приход. Два, ну, опять же, по двум не чертится. Я бы, наверное, рекомендовал ждать отбой и еще третий приход. Но, в общем и в целом, я ожидаю вот что-то такого. Прикол, конечно. Вот в этом же видео я говорил про зажим и пишет, глянь недельку DXY, зажимуха. Или ты какое-то другое имеешь в виду? Или ты глобальный? Глобальный я уже рассматривал. Там нет никакого зажима. Что именно ты смотришь? Вот это вот. Тут еще нету зажима. Тут по третьему надо. Если вы мне по вот этой зажимухе говорите, то я о ней уже писал. Тут опять же третье касание надо. Там еще какую-то глобальную искали. Вот что-то такое, что ли, зажим. Вот такое. Это не может считаться зажимухой. Ладно, так, лайки, подписчики, колокольчики, не волнуйся, лайткоин, что за братья Богдана, господи, ты не знаешь, что такое братья Богдана? Это бан. Так, лайткоин, ну давай, так, не здесь, посмотрим в отдельном отсеке, LTC, LTC, ох, Green Biba. Чё тут? Дан-дан-дан-дан-дан. Отбился он, кстати. Вот, в принципе, перевернутый вариант. Ну, кстати, перевернутый вариант насчет битка. Тут ушел в зажим и опять с него вышел. Редко такая, когда такое встретишь. Редко такое встретишь. Ну, тогда ждем отбой. Отбой, скорее всего. Я бы ждал вот в этой зоне. А с другой стороны, нахрен мне его ждать, если я его не торгую. На-на-на-на. Я бы даже, наверное, расширил. Потому что вот хорошая точка. Куда цена может прийти? Лайткоин, конечно. Но опять же, вот тоже выглядел хороший. Какой актив-то уже? Не BNB, блин. Дот, что ли? Короче, был зажим. Там все шло к тому, что Дот бы... По-моему, Дот. Сейчас посмотрю, конечно. Тут, кстати, паттерн ЛПС над тем. Дот. Значит, это не Дот был. А какой же тогда? Какой же тогда? Короче, ладно, вот, очень похоже структуру Binance. Структуру Binance. И Litecoin. Вот я вам разметил, где лайткоин. В принципе, вот такая же вот структура к старту куда-то прийти. И должна прийти и по лайткоину. Это единственное, что я могу сказать, потому что я лайткоин не торгую. Лайткоин очень тяжело торгуется, кстати. Он выходит самым последним. Помните, падение, блин, какая полка уже, падение не помню. Но тогда пошли CRV, тогда пошли вверх лайткоин, тогда пошли вверх инч. Лайткоин сейчас у нас рост. CRV, если не ошибаюсь, сейчас рост. Где тут CRV? Ты что, я удалил, что ли? CRV. Как же, мой любимый пенсионный актив, где он? А, вот. Я на него не заходил уже не знаю сколько. Да, тоже пошел вверх. И инч остался. Если вот он пойдет вверх, все. Тушите свет. Это как Газпром в российских акциях, только инчи это в этом. Сейчас будет сквиз, если даст. Особенно он сквизами любит. Вот. Вот так примерно было, я сейчас скажу, когда. Вот. Его тогда залистили на какую-то биржу. Вот он пошел. Все. Начался всемирный дамп рынка. Инчи CRV это крайне тупые альты, но CRV такая сестричка более юркая, чем гребаный этот инч.
Потому что инч прям тяжело идет. Хороший актив, но идет тяжело. Сейчас попробую я. Если, может, я ошибаюсь вообще. Новая ценовая шкала. Вот, CRV. Да, тоже, видите, шло хорошо. И что, опять же инч? Нет, CRV. И добавлю сейчас биткоин. Как он? Ну, вообще, тогда биткоин самый первый пошел вниз, поэтому BTC, USD. Новая ценовая шкала. Да, все пошло, да. Вот, все, видите, эта полка, это была хай, где пошел инч, где пошло CRV, и эта полка была хай битка, можно сказать. И тут все задефолтилось. Еще хотелось бы, наверное, посмотреть эфир, как в этот момент вел. Я не знаю, почему я такие штуки запоминаю. Вроде казалось бы, как можно такое запомнить. Ну и как раз хай эфириума был. Вот, ну видите, вот CRV пошел, лайткоин еще, да? Лайткоин, давайте. LTC. Лайткоин. Новая ценовая шкала. Так, надо этот LTK. Эфириум убрать. Биткоин. Где тут эфириум? Вот, эфириум он нам не нужен. И лайткоин тогда пошел. Смотрите, как все. Круто. Вот тебе раз, и все звезды сошлись. Пам-пам-пам. Ну, короче, все. Все три садника апокалипсиса у нас в наличии. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Пока-пока.